Руслан Албегов назначен директором спортивной школы Олимпийского резерва по тяжелой атлетике. Руслан Албегов – тяжелоатлет, выступающий в весовой категории свыше 105 килограмм. Двукратный чемпион мира, призер Олимпийских игр 2012, заслуженный мастер спорта. С назначением на должность его поздравил министр физкультуры и спорта Алан Хугаев. Он выразил уверенность, что профессионализм, знания и опыт помогут добиться больших результатов в развитии тяжелой атлетики в республике.